Мы сегодня будем учить самые главные правила. Это через перед буквой S, Си перед буквой. Перед буквой I, И, G, Y и I читается S. С. Например, центр. Bicycle. И cinema. Cinema. И вторая. Перед буквами G. Нет, буква G. Перед Y. I. И читайте Ж. Например, джем, джин, джингл, джинл, джинл. Хорошо. А в остальными буквами как? А в остальными буквами читается К. А в этом остальными буквами читается К. То есть перед остальными буквами Си читается как К. К. А G читается как Г. Г. Хорошо.